Здравствуйте, видео подготовлено с сайтом onlinegdz.net, номер 332. Задача А. На упаковке некоторого товара указана его стоимость и масса. Сколько стоит 1 килограмм этого товара, то есть цена товара, если 1,5 килограмма стоит 54 рубля? Чтобы узнать цену товара, надо стоимость, то есть сколько рублей заплатили за покупку, разделить на массу, за которую заплатили. У нас сейчас масса 1,5 килограмма. За эту покупку заплатили 54 рубля. Значит, надо 54 разделить на 1,5. Переносим запятую на один знак и будем делить 540 на 15. Получаем 36 рублей. Стоит 1 килограмм товара, если его 1,5 килограммов стоит 54 рубля. А если 0,4 килограмма стоит 25 рублей, то чтобы узнать, сколько стоит 1 килограмм этого товара, надо 25 разделить на 0,4. Переносим запятую вправо на один знак и будем делить 250 на 4. И мы получим 62,5 рублей стоит 1 килограмм товара, если его 0,4 килограмма стоит 25 рублей. Задача Б. Цена некоторого товара 98 рублей за 1 килограмм. Сколько купили этого товара, если за покупку заплатили 34,3 рубля? Чтобы узнать массу товара, надо стоимость разделить на цену, то есть на стоимость 1 килограмма. У нас заплатили 34,3 рубля, то есть стоимость 34,3 рубля. А цена 98 рублей, значит, надо 34,3 разделить на 98. Делим. Получаем 0,35 килограмма товара купили, если заплатили 34,3 рубля, а за 1 килограмм, или цена этого товара 98 рублей. А если заплатили 441 рубль, надо 441 разделить на цену, на 98. Получим 4,5 килограмм купили. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.